Ага. Ну что? Это что за компромат? Следующее. Интернет. Время вот этого, типа соляка. Но они везде громко стоят. Ну да. Эй! Ой, я... Стоять. Не успел все-таки с самого начала. Чтобы начать всегда. Ну что, ты готов? Да, капитан. Свободного здесь нет. Можно стоя ехать, смотреть потом на то, как там спешат когда-то различные авто. Автобус меня ведет, автобус
туда, куда нужно мне ехать. Автобус меня везет, туда, куда нужно ехать. Но иногда туда не хочу. Смотрит на меня, да я могу судить, ей должен вместо меня. А это уступать, буду никому. Эй, стой! Это я. Не выйдет, потому автобус меня везет, автобус меня везет, туда, куда нужно мне ехать. Автобус меня везет, туда, куда нужно ехать мне, но я иногда туда не хочу. Я тоже молодой, автобус меня везет, автобус меня везет, туда, куда нужно мне ехать. Автобус меня везет, туда, куда нужно ехать мне, но я иногда туда не хочу. Ну что, идем дальше? Ну да. Ипотека. Я подозревал, да было, что выиграть не, нельзя. Девушка моя ушла, ты так его больше любить. Знаю я, что он может мне дальше счастливо жить. А возьму я ипотеку и пойдем на дискотеку. Я готовиться не надо, будет больше ни о чем. Ипотека нам поможет, ипотека нам во всем. Ипотека нам поможет. Пойди мне в один добрый банк, я так много добрых людей. Давай меня раз встретим, я разбомню много людей. А я начну, я не мог, а такое я мечтал, я помел. Прикупил я себе казино и расстался без шагов. Да!
люблю. Я думаю, а сто или двести, кого рада спорблю. И что подарю невесте, я лучших друзей банкиров. На свадьбу своих приглашу, как главных своих кумиров.
нормально, можно следующее. Или нет? Да, да. Да, уже все, уже все, уже. Монстр, уже все можем, умеем. Вообще. Могем. Тогда несу руку в огонь. Хорошо. Могем. Готов? Могу. А, не то. Чего? Нашел? Да. Сейчас я быстро, если доктор отмылся, сейчас я быстро изолью душу. И вот страшная песня, надо перед этим морально подготовиться. Страшно же, жуть. Простите за подробности.